Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто первый раз, возможно, включил нашу трансляцию, обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Рассматриваем мы прошлый торговый день с точки зрения выхода главных новостей, статистики. Рассматриваем его на утреннем обзоре, который у нас выходит в 9:45. Собственно, также текущий торговый день рассматриваем, отмечаем важные события. Ищем возможности для входа сделки, точки входа и цели по нашим операциям. Вот. В дневном обзоре, соответственно, тоже ищем возможности для входа в сделки, если условия выполняются наши. Соответственно, заходим, мониторим также уже открытые позиции и, собственно, ищем возможности для дальнейших операций, вот, и рассматриваем точки, цели по нашим операциям. Так, вижу, народ у нас подключается, плюсики стоят, все у нас нормально, звук, изображение. Вот, заодно хочу спросить, как раз сегодня у нас вроде как написали, что проводились техработы по обновлению программного обеспечения, вот, для того, чтобы еще лучше сделать качество трансляции, то есть звук улучшить, изображение улучшить. Вот, в связи с чем хочу у вас спросить комментарии, да, как вот уже тех людей, кто смотрит со стороны, есть ли какие-то изменения в лучшую сторону. Вот, напишите, пожалуйста, мне в чат. Вот, для меня очень важна тоже будет информация. Вот, стало ли лучше? Да, то есть посмотрите, как обзор с камеры, да, то есть видны ли четкие цифры, да, то есть знаки, буквы все. Посмотрите со звуком, как обстоят дела. Вот, со звуком вроде, ну, как бы с точки зрения обзора постоянного, да, то есть звук вроде как нормально у нас. Из Новосибирска трансляция, да, то есть обычно люди не жалуются, а вот, конечно, видео, с видео, конечно, проблемы возникают периодически. Так, давайте, что у нас тут вижу, есть, пишет Светлана, есть изменения. И есть в лучшую сторону, я так полагаю, эти изменения. Качество повысилось, надеюсь, и для вас, собственно, стало лучше обозревать. Так, ладно, давайте тогда начнем. Это радует, что стало лучше. Начнем с евро-доллара. Собственно, евро-доллар у нас по-прежнему находится у границы 1.13 ровно, то есть идет консолидация, ну и разноправленные движения, плюс-минус 10-15 пунктов, разноправленная динамика идет. Мы с вами разговаривали о том, что нужно дождаться чего? Нужно дождаться обновления, да, локального минимума, то есть когда он будет возможен, как раз при открытии американской сессии, которая уже до которой чуть меньше часа осталось открытие, и как только мы увидим движение наверх, то есть пробитие зоны 1.13 на 4 часовке, то есть здесь уже можно будет думать о покупках. Цели у нас те же, с утра ничего не изменилось, 1.13 35, 1.1365 и далее уже такая более глобальная цель, и эта цель будет служить движению к предыдущему максимуму 1.1397 сюда, в эту зону. Так, поэтому ждем обязательно, возможно, как раз уже сегодня появится в ближайшее время возможность. Возможность открыть позицию по евро. Вот. Но пока еще рано, пока ждем. Вот. Ну и ждем главное открытие Америки. Там уже будет ясно и понятно, чего нам ожидать дальше.
Вот. Что касаемо фунта, фунт, как мы видим, продолжает идти по нисходящему движению, да, то есть пока еще минимум у нас локальный не образован, и видим, что сегодня мы дошли до, собственно, зоны 1.4402, это очень хорошая зона поддержки, вот, и посмотрим, может быть, уже как раз с этой зоны мы сможем образовать локальную границу, локальный минимум, и пойдем уже наверх, наверх к цели 1.4519 на развороте. Вот здесь уже опять же на развороте можно будет подумать и о покупках, да, короткие покупки как раз вот с этой целью. Ну, опять же, думаю, после того, как увидим на 4-часовке разворот. Вот, но пока ничего не делаем, и если вдруг у нас пойдет усиление движения вниз, да, то есть если мы сегодня увидим хорошую статистику по Америке, что навряд ли, ну и если вдруг будет у нас пробит уровень 1.4402, пробит вниз на 4-часовке, здесь уже можно будет думать о продажах, причем серьезно, да, задумываться о продажах. Вот, короткие продажи, цель 1.4337, ну и также, если мы сможем обновить прошлый минимум, который у нас был сформирован, мы про это тоже говорили 6 числа, и, соответственно, пробьем зону 1.4337, то здесь уже однозначно продажи, и произойдет у нас смена тренда. Смена тренда, то есть восходящего на нисходящий пойдем мы двигаться. Вот, и пойдем уже к нижним границам, вплоть до уровня 1.4071 и ниже, соответственно, 1.3879. Вот, поэтому будем наблюдать в том числе и за фунтом тщательно. Поэтому пока вот мы видим, двигается постепенно фунт вниз, да, и дошел вот до очень хорошего уровня поддержки. Дальше посмотрим, возможно, здесь будет там консолидация у данной зоны, да, то есть будут попытки пробития, как это было у нас совсем недавно, да, и дальше уже, если мы не сможем пробить данный уровень, да, то есть после проколов, соответственно, надо ждать движения наверх. Ну и тут уже стараться на этом движении заработать. Далее, что касаемо франка, вот франк у нас сегодня весь день, да, такие вот у нас разноправленные движения, можно сказать, на 4-часовке, если смотреть, вообще флэт. Торговать, конечно, невозможно на таких движениях флетовых, вот, поэтому здесь ничего не делаем, пока у нас нету хороших возможностей для входа, то есть нету, собственно, пробития наверх зоны 0.9659 для того, чтобы подумать о покупках или, соответственно, формирование локального максимума разворот на 4-часовке, да, то есть пробитие 0.9616, чтобы думать о продажах, то есть тоже пока не видим. Вот, поэтому здесь мы находимся в качестве наблюдателя по доллар-франку. Далее у нас доллар-иена, который сегодня как раз вот на 4-часовке мы видим, образовался у нас граница максимум локального, и двигаемся мы к нижней границе, как раз к зоне 106.46. Вот сегодня как раз мы говорили про это. Вот, и ждем чего? Ждем пробития данной зоны 106.46, обновление прошлого минимума, который был у нас сформирован 9 числа, это вчера получается. Вот, и дальше уже продажи до цели 105.55 в эту зону. Вот. Что касаемо канадца, вот канадец сегодня в первой половине дня немного вырос, и сейчас вот приостановил свое движение. Была вторая попытка у меня уже сегодня, да, то есть дойти до стоп-лосса. Вот в итоге что? То есть в итоге сейчас мы видим
постепенно идет откат. Ну и главное, конечно, дождаться уже совсем скоро будет нон-фарм по Канаде, который по ожиданиям, по цифрам может помочь вполне. То есть, ну и сегодня буду ждать все-таки закрытия, если у нас ожидания оправдаются, опять же, да, то есть при вот единственном условии. Если ожидания оправдаются, то тогда мы увидим рост канадца против доллара и движение вниз, продолжение. И, возможно, мы обновим как раз вот этот вот минимум, который у нас был сформирован совсем недавно. Вот. Если мы его обновим, то достижение цели 1.2632, да, то есть уже цифр даже не вижу. То есть эта цель, она будет пройдена. Вот. Ну и что даст мне уже возможность закрытия сделки по take profit. Вот. Поэтому будем следить. Ну, собственно, 15.30 я обязательно буду смотреть. Так, далее. Далее у нас австралиец, и австралиец у нас прекратил свое движение у границы 0.7384. Возможно, отсюда мы увидим разворот, образование минимума. И дальше уже, как я говорил, то есть ждем пробития наверх зоны 0.7443 и совершаем покупки. Собственно, минимум у нас для покупок это зона 0.7550, а вернее 0.7505, извините. 0.7505 это ближайшая цель для покупок, и далее уже более глобально это 0.7558 сюда, в эту зону. Вот так, также ждем и наблюдаем, как только появится возможность, ну, собственно, заходим. Вот, что касается новозеландца, новозеландец сегодня во флете, у нас без движения, тоже торговать пока на новозеландце не стоит, не рекомендуется. Ждем хороших трендовых движений, возобновления тренда, да, то есть образование минимума, движение наверх и пробитие уже определенных зон. Первое, естественно, ждем пробития зоны 0.7115. Для того, чтобы задуматься о покупках. А уже действия, хорошие покупки будут, когда у нас цена пройдет зону 0.7139 и будет обновление среднесрочного максимума. И здесь уже покупки до цели 0.7209 в эту зону. Далее. Что касается золота, золото сегодня тоже видим разноправленное движение, то растет, то падает. Сейчас мы видим опять золото. Сначала упало, сейчас опять мы видим откатывает потихоньку, постепенно. Вот, разноправленное движение, пока нету четкой динамики движения, да, то есть нету преобладания ни покупателей, ни продавцов. Вот максимум, который мы вчера сформировали, пока мы сегодня его еще не обновили. Вот, нужно ждать еще, посмотрим. Если сегодня обновим, то пойдем дальше, собственно, уже к границе 1277.03, где у меня стоит take profit. Вот, то есть будет обновление, и если мы сможем пробить уже верхнюю границу, а дальше тут у нас что? Уже следующие цели будут. Так, а куда у меня, собственно, исчез уровень? Странно. Следующая, собственно, цель это 1295.27. Вот, посмотрим. Пока у нас, в принципе, золото двигается. Да, двигается достаточно неплохо, и вот единственное, только сегодня, да, ушли мы, можно сказать, в консолидацию, да, то есть видим, что в общем в целом во флете находимся без определенной направленности. Ну, надеюсь, что как раз уже вторая половина, ну и открытие Америки уже ситуацию исправит, поправит. Вот, поэтому вот здесь
приоритет в связи с этим по-прежнему у нас на покупку. Вот, мы покупаем, и не только мы покупаем, покупают и крупные участники, и также, собственно, покупают страны золота, да, то есть и Россия, и Китай, и Великобритания сейчас активно занимается скупкой золота. Вот, поэтому есть пока вот перспективы к тому, что золото еще у нас будет расти наверх. Ну и помимо этого еще нужно не забывать тот момент, что у нас пока идет ослабление, глобальное ослабление американского доллара. Так, далее. Далее доллар-рубль. Собственно, сегодня у нас было объявление процентных ставок, и произошло важное событие, которое очень редко случается, снижение процентной ставки. На 0,5 понизили ставку с 11 до 10,5. Вот. И мы видим, что на фоне снижения смогли мы пройти вниз, то есть было закрытие гэпа сразу же практически. То есть дошли мы в итоге до цели 64-63. И сейчас мы видим, находимся вблизи опять же той же границы. Но все равно, то есть нужно ждать, что нужно ждать движения наверх. То есть у нас что есть фаза широкого боковика движения. Ждем уже к верхним зонам. И уже после прохождения каждой зоны, то есть у нас есть цели по покупкам. То есть про них мы говорили, опять же, для тех, кто активно следит и торгует пара доллар-рубль. Вот. А вообще, в принципе, сегодня уже пятница, да, то есть наоборот, нужно уже потихоньку завершать все свои торги, все сделки, стараться закрывать, вот, переводить в безубыток для того, чтобы на выходных уйти с спокойной душой, с чистой совестью, с неплохими результатами, вот, и, собственно, отдыхать. Вот, тем более, сейчас у нас лето, да, то есть стоит жара, по крайней мере, у нас в Новосибирске 30 градусов. Поэтому настроение хорошее, солнышко светит. Вот. Собственно, на текущий момент, что я вам хотел рассказать, у меня все. Вот. В общем, в целом, если посмотреть, конечно, рынок сегодня у нас очень медленный, да, слабый, динамика слабая. Вот. Поэтому, ну, в пятницу это и понятно, поэтому... Поэтому сегодня на самом деле лучше находиться вне рынка. Вот. Если уже есть какие-то открытые позиции, ну, следите, мониторьте. Вот. И лучше начать уже с понедельника, с начала недели, вот уже дальше смотреть за ситуацией. Все, всем спасибо. Еще раз хочу вам пожелать хороших выходных. Хорошее настроение, вот, с наступающим праздником, и встречаемся уже в понедельник в 9:45 в Москве. Всем спасибо и до скорой встречи.